Привет, друзья! И сегодня я хочу сделать обзор на вот такую классную палетку от Essence, которая называется All That Grace. И вы знаете, что я не очень люблю снимать вообще макияжные и косметические видео, только если что-то меня прям сильно не затронет. И эта палетка меня действительно очень сильно затронула, поэтому я не могу молчать, я должна вам о ней рассказать. Кстати говоря, макияж, который сейчас на мне, он сделал с использованием этой палетки и еще кое-каких цветов, но тем не менее я от нее в полном восторге, поэтому если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Кстати говоря, друзья, эта коллекция лимитирована, то есть она сейчас находится в магазинах «Подружка», и она только-только вот поступила в магазины, поэтому найти ее сейчас абсолютно несложно. И она вот целиком и полностью посвящена вот этой вот бурлесковой, веселой эпохе 20-х годов. То есть это завитые кудряшки, это красные губы, это литры шампанского, в общем, вечеринки и полная радость жизни. И цвета очень благородные, они чаще серые, чем коричневые в этой коллекции. Давайте я вам покажу сводчи всех этих цветов и немножко расскажу, что с ними можно сделать. Поэтому поехали. А-а-а! Ёшки-матрёшки! Последние два темных оттенка, особенно последний мне дико нравится. Это такой темно-темно-серый, почти черный, с еле заметными блестками. Очень красиво смотрится. Очень классно подходит для просто подведения роста ресниц в качестве стрелочки. Очень пигментированный, очень насыщенный. И также в качестве подложки под смоки ай. В принципе, то, что сегодня вы могли видеть на мне, это результат работы вот с этим темным-темным оттенком. Вот так. Такая вот прикольная универсальная палетка у Essence из лимитированной коллекции All That Grace. И мне она очень-очень понравилась, она просто универсальна, она подойдет любому человеку с абсолютно любым цветотипом. Ее можно взять в дорогу, в поездку, использовать в качестве дневного макияжа и вечернего, мне кажется, отличная вещь. Ее оформление просто меня, она меня покорила. Поэтому, друзья, вот такое было у меня видео, такой видеообзор. Поэтому, если вам интересно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, и всего вам хорошего. Пока-пока. А, какие грязные пальцы. У-у-у.